сегодня мы с вами отмечаем профессиональный праздник, наверное, одной из самой востребованной профессии в нашей республике, профессии ветеринарного врача, ветеринарного специалиста. Мы республика сельскохозяйственная, более того, животноводческая. Мы, наверное, один из немногих, подчеркиваю, один из немногих районов, регионов страны, где профессия ветеринара наиболее востребована. Сегодня мы отмечаем ваш профессиональный праздник. Особые слова признательности, конечно же, в этот день следует сказать в адрес наших ветеранов. Тех, кто своим трудом когда-то, в те далекие годы и до самого последнего дня содержал нашу степь ветеринарных отношений чистой и безопасной. Сегодня мы, конечно же, приносим свои слова признательности тем, кто сейчас, в эти дни, своим беззаветным служением Отечеству, беззаветным служением профессии, держит марку животноводческого региона страны на должном уровне. За предыдущие годы нам удалось сделать много. Практически вдвое увеличена штатная численность ветеринарных специалистов. Сегодня это почти полутысячный отряд. Сегодня воссоздано управление ветеринарией. Сегодня в республике работают 16 бюджетных ветеринарных учреждений. Только 270 с лишним врачей и фельдшеров работают в отрасли. Сегодня Калмыкия уже не та, что вчера. Сегодня в разы выросло поголовье нашего стада. Соответственно, возрастает и ответственность, и тот объем и масштаб работы, который нам еще предстоит сделать. Не в этой аудитории мы рассказывали о том, насколько серьезна и ответственна эта задача. Нам еще многое предстоит сделать. У нас, к сожалению, есть над чем еще работать. Подаем один очаг эпизиотии, возникает новый. Сегодня наши сельхозпроизводители озабочены тем, как реализовывать скот, который, в принципе, мог бы быть востребован так, как когда-то это было. Но все в мире взаимосвязано, в сельском хозяйстве, в животноводстве особенно. Поэтому с возрождением нашей лесоперерабатывающей отрасли мы надеемся, что в самые ближайшие годы мы решим эту проблему. Мы справимся с теми задачами, которые стоят перед нами, которые ставят перед нами это новое время. В этот день я желаю вам всем всего самого доброго. Самое главное, желаю вам высоких достижений вашей работы. Желаю всего самого успешного тем, кто работает рядом с вами. Еще раз низкий поклон и глубокие искренние слова признательности ветерану отрасли. Поздравляю вас всех с профессиональным праздником. Дорогие друзья!